В Нижнем Новгороде завершился чемпионат России по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения. В финал вышло 16 команд со всей страны, которые были разбиты на 4 подгруппы. По итогам группового этапа в суперфинале встретились 8 лучших. В число лидеров вошли девушки из Одинцовской спортшколы Олимпийского резерва. Лучшим игроком первенства России в команде Одинцова признана Николь Дворникова.